Всем привет! Мы в Dead State Reanimated. 34-й день у нас. Очень много мест, куда можно сходить. И очень мало идей, как дальше все будет развиваться. Видимо, придется ходить по местам, которые упоминают постояльцы убежища. У нас столько много народу, что несмотря на то, что мы приносим очень много еды и вещей, у нас очень замедлилась мораль, рост. У нас есть еще 2 часа, чтобы поработать. Но я не помню, как у нас со здоровьем дела. А, отлично у нас со здоровьем дела. Ну, 2 часа, значит, поможем всем. Так, ремонтировать ничего не надо, у нас все целое. Строим забор, как и все. Пусть поиграет в доктора. Крейг у нас принципиально не механик. Пусть выздоравливает. А, мы сейчас его сможем поработать. Все, иду я заканчивать день. Диски я все расшифровал в прошлый раз. Рене в шлеме так и стоит. Военный синдром, да, мораль очень слабенькая, но пока в плюсе, но как-то тревожно. По топливу хорошо, антибиотикам хорошо. Потери морали в основном вот из-за количества народу, всем плохо. И вот двое окей мут состояние такое, отъебись. Вот они вдвоем тянут, конечно, серьезно на себя одеяло. Но в целом пока мы нормально существуем. Ага, забор убежища был атакован. Бандиты нанесли 0 повреждений забору. Следующее нападение ждать 41-й день. 4 было атакующих, 4 обороняющихся. Забор как был 100%, так и остался. Башку себе об него просто разбили. Так, тот. Господи, какой ты вот никчемный. Мне нужна твоя помощь. Регина, эта женщина-уголовник, гоняет меня санными тряпками по всему убежищу и пытается оскорбить словесно. Она себя не контролирует. И она представляет угрозу для меня и остальных. Не хотел бы этого говорить, но, может быть, мы ее отсюда выгоним? Хочешь сказать, чтобы я ее выгнал? А как насчет того, чтобы подставить другую щеку? А что ты сделал, чтобы спровоцировать ее? Ничего. Она просто сказала, что устала от меня, то, что я хожу все время, ничего не делаю и пытаюсь типа коверкать ее слова. С ней невозможно вести вразумительные беседы.
Ей не нравится, когда ей указывают и тем более стыдят. Она другого типа человек. Я просто пытался помочь. Я не хотел вызвать никаких недоразумений. Так вот, твое видение мира ошибочно. Ага, можно устраниться, сказать, да, вдвоем сами разбирайтесь. Ладно, я с ней поговорю. С моей точки зрения, это будет ее только далее провоцировать. Но у него уже группа своя, но я надеюсь, ради нашей моей группы ты сможешь убедить ее. Я не хотел бы, чтобы она, ну, давила и на них тоже, и чтобы следующей жертвой агрессии стал кто-нибудь из моей группы. Мы достаточно об этом уже и так все беспокоимся, так что вали. Группа у него своя. У тебя одна группа, младшая. С непреодолимыми, блин, трудностями развития. Оскар пришел. Привет. Я тут подумал, что у нас есть необходимость и возможность дернуть кое-какие припасы. И, возможно, оружие даже. Но если я тебе скажу, ты должен мне пообещать не говорить об этом Милине, хорошо? Я как рыба об лёд. Хорошо, ну, одной из моих работ было развозить товары туда-сюда, и было один склад недалеко от Dripping Springs. Он не очень большой, но, возможно, там есть полезные вещи. И я не думаю, что туда кто-то вернулся после всего, как все это началось. Звучит хорошо, а в чем подвох? Ну, был тут один парень. Ночной грузчик. Я не знаю, что это было, но он мне несколько раз приплачивал, чтобы я там постоял на шухере. А откуда счет ты взял, что это было оружие? Я его точно не уверен. Там были и другие всякие вещи. Но это просто идея. И не, то есть было на это похоже, поэтому почему бы не проверить? И я точно уверен, что там они хранят что-то ценное. Я не могу обещать, но если тебе нужна помощь в обыске этого места, я помогу. У меня такое ощущение, что нам нужно не оружие сейчас, а нужно что-то хозяйстве менять. У нас пока я не вижу никаких перспектив. Огород мы построили. Как могли. То есть у нас еда поступает. А как отсюда? Ну, какой-то же должен быть в игре смысл. Сейчас у меня смысл лабораторию построить. А потом разведывать новые места, видимо, там сюжет как-то раскроется. Ефрем выздоровел? Механик на 8. Давай-ка строй забор. Гранд фермер, это хорошо. Крейг в группу. Меня в группу.
Регина в группу, Ирине в группу. Потому что как ни крути, все равно надо идти на выход. И сейчас, как выйду, на карте сразу решу, куда идти, потому что очень много мест, куда нам уже можно сходить. Я не разгрузился еще с прошлого похода. Ну, это, наверное, так и оставлю на всякий случай. Вот, тяжелый, но без него никак. Патроны ничего не весят, пусть таскать. Неизвестно, какие нас там замесы ожидают. Пусть в кроссах побегает. Девчонка молодая. Симпатичная. Скоро лето. Пусть будет в форме. Так, Регина у нас обувная королева. Нож такой же, как у нее. Да, боевое мачете. А? Группа средней тяжести, пулеметчик берет дополнительно 6 коробок. И перед тем, как я отправлюсь, я посмотрю, что у меня с характеристиками, могу ли я строить лабораторию. Нет, скиллс так и 2 осталось. Нужно троечку. Так что пока ничего у нас не меняется. Ага, Fort Lock Storage. Это не то, что он говорил? Вот. Тоже. Форт Стоктон. Я вот не помню, была здесь машина или нет. Он другой называл населенный пункт. Но раз мы тут не были, то пойдем сюда. Ага, 2 человека спорят впереди на дороге. Трой. Вы просто бросили меня здесь. Перестаньте. Дайте мне поговорить с Джефферсоном. Мой дядя Филмор. Поговорить с Джефферсоном? Трой, да тебе повезло, что он просто тебя вышвырнул, а не убил. Предполагаю, я вернусь, и все станет как прежде. Предлагаю, я вернусь, и станет как прежде. Как насчет такого варианта? Я бы не советовал. Если ты вернешься, Джефферсон сказал мне, мне с тобой разобраться.
Ох ты. Как-то упустил я это из виду. Трой. Ни один из нас не хочет такого развития событий. Ну, хорошо. Ты мне не нужен. Проваливай, убирайся. Ага, Трой. Какой-то девочковатый парень. Какого хера вам надо? Ребят, это вы о чем тут вообще спорили? А, с этими шутниками? Да, даже не стоит упоминания. Просто они не поняли друг друга, вот и все. А тебе какое дело? То есть ты ушел из своей группы? Чего бы это? Они мне не нужны. Я и сам один прекрасно смогу выжить. Да ладно, да-да, я смогу. Я у них был самым лучшим человеком, который учил их выживать. Вот что я тебе скажу. Серьезно, мы могли использовать эксперта по выживанию в своей группе. Серьезно? Ну, я имею в виду, не знаю. Я вообще-то очень хорош в выживании во всяких сложных ситуациях. Возможно, очень много групп захотят заполучить меня к себе. А вы мне что предложите, если я с вами пойду? У нас есть еда, вода и безопасность. Все, что имеет значение. Ну, похоже, у тебя правильно расставлены приоритеты. Возможно, мы сработаемся. Отлично. Двигай за мной. Просто на дороге нашли какого-то чудика. Трое. Выглядит, конечно, подозрительно, но у нас там уже кого только в убежище нет, так что хуже уже не будет. Я надеюсь. Что там, война геев с лесбиянками нам не грозит. Продолжаем движение. А то еще выяснится, что японка какая-нибудь тоже не совсем традиционная. Доктор нетрадиционной медицины. Запутанной ориентации. Ага, полезная надпись в кои-то веки. Всегда, это хорошая идея, всегда иметь некоторый запас строительных материалов на случай, если ваш забор будет поврежден и ему нужна будет срочная починка. 3 дня с непочиненным забором, и игра окончена. Дружок, у нас скоро будет каменный забор. И мы просто будем ходить и собирать с трупов разбивших себе голову об наш забор лут. Ну что, понеслась, а? Так, опять сигнализация. Я тупой, как пробка. Группу пока подтяну. Все равно надо двигаться. Народу. Ну, уринай, как обычно, первый разминочный.
Ты тогда и тащи. Иди, спиной стоят. Ага, вот он, наверное, главный склад. Надо вокруг все почистить, а то они полезут со всех щелей. Можно с арбалета было пострелять их. Вон еще персонаж. А, зарядить надо еще каждый раз. Ага, вот она подстава. А эти сразу среагировали. Подбежал бы я палкой его ударил, ничего бы не произошло. Все пошло немного не так, но мы переиграем. Давай, один уже был пропущенный. Ага, ошибка. Все приходится начальнику делать. Так получше. А, ну ладно, пропущу, пусть мои хоть потренируются. Теперь понятно, в чем подстава с арбалетом. Он стреляет через ход. Так, машину осматривает Крейг. Почему я смотреть я не могу? А. Рене, может ты в маму умная? Не тот случай. Во. Еще надо открыть. Открывать будет Регина.
60-ку откроет? Нет, 60-ку не откроет. И 70-ку, значит, не откроет. Будем долбить. В принципе, я сейчас долбану, пускай они все сбегают, а что их выискивать, как хотя бы которые на улицах стоят. Пусть они сами сюда бегут. Мы в четвером тут уйдем. Блин, я нажал на пробел. Сейчас мне достанется. Ответь ему. Ренет, ты капец лажаешь. Третий раз подряд. Овца, блин, три раза руки не смог сломать ему. Делай раз. Делай два. Делай три. Ладно, эту важнее открывать. Пусть Крейг долби. Интересно, не может почему-то. Так, и уже бредут, да? Ага. Я в центре буду. Пусть они на меня наползают. Так, Регина здесь. Сейчас быстро выяснится, не было ли это ошибкой. Так, давай сюда пятерка. Вот только запари. Так, почти. Так, сюда два. Отлично, я отойду еще. На наш фланг сползли гады. Крейг один ход сюда. И вот так вот сразу. Ваут его. Раз, два, три, четыре, пять. Уже следующим ходом укусит. Так получается побыстрее, чем по одному их выдергивать.
Ну, у нас подвисло Рене. Так, давай-ка не basic атак, а критическую ему. Хорошо. Лапка раз. Тельце два. Вот так вот. Нормально, боевой режим не включился, я специально смотрел, как близко они его подпустят. До свидос. Так, машина осмотрена? Смотрена. И все, больше никого тут не было. Ясно, пошли тогда на нашу главную цель. Жалко, нельзя ворота за собой закрыть. Ух ты! Я понял, в чем тут главная будет проблема. Я буду долбить, а зомби будут лезть. Ну, бывает и хуже. Проснешься в луже и пить хочется. Кувалдой выносить меньше бы шумел. Вот так с разворотом. Они там без меня справятся. Хорошо, что здесь вход один. Я вот этих оставлю, двоих молотобойцев. И Регина их будет лечить. И добивать. Вон уж откуда это плетется. Блин, винище. Мотоцикл стоит, смотри. Это что такое? Вот сейчас было. Вот это создание прошло мимо моего охранения. И не боевой режим не включился. И они по ней не ударили. Нельзя на вас положиться. Так, Регина осматривает то его и другого. Крейн, давай ты вскрывай. Главное, быстрее это должно получаться. Так, а какой тут есть Wild Swing? Может быть, он помощнее?
Нет. Бысика так само эту. Ничего не могу понять, почему он дверь не хочет открывать. Открыто, потому что. Ёп. Япона мама. Мы за угол все. Так, Рене, ты вообще за угол? У нас подвис Крейг. Поговорить будет или стрелять будет в него? Крейг уже не уйдет. Тогда мы все сюда. Блин, Ирины надо было туда тащить. Она бы его подняла. Эти пока до сюда дойдут. А этот выстрелит, он сейчас положит его. Может убить сразу вторым выстрелом. Блин, может не надо было? Куча всяких вещей. Стоп! Блин, она не стреляла, вдруг бы она поговорить пришла. Может, ее можно поднять? Нет, только добить. Странный момент. Сейчас буду мучиться мыслью, что ее можно было. Оставить живых. О, как. Иди, нас пока потеряли. Нет, вылечить не могу. Отлично, вообще подошли.
Беру я додолбанное Бола, потому что на него переключается все. Ага, стоп, назад. Она оказалась в том же квадрате, что и он. Игра не перестает удивлять. Техническими изысками. Так, это что за фикус? Обычный нож. Что-то оно вообще не стоило такого замеса, это мероприятие. Уже с 3 раз открывает, уже получше. Но тоже раз на раз не приходится. Он же телепается. Четверо. Ну ладно, ждем. Пятеро. Ему же без разницы, что по дверям колотить, что по людям. Нет, все-таки Ревина, не буду сюда ссать. Четыре человека, это серьезно. Крейга сейчас верну на место. Ну ответь с кувалды. Поторопись умереть такой. Так, не могу понять, почему я сюда не могу пройти.
Всего не лов. Ух ты, нифига себе. Бегуны. В игре, конечно, с автовключением боя проблемы. Фига надернула. Ты на месте. Лапки вот этому надо подрезать. Ну или так. Угу. Тоже мощная тетя пришла. Удар кувалдой пережила. Рене, лечи, чё ж теперь? Хулиганы мира не знают. Так, где тут у нас? Вновь прибывшие. А, давай тогда сразу по... Он еще стоит. Это что было? Если это то, что я думаю, то мы не зря долбимся. По-моему, это полный набор лад. Вот вооруженные ящики с оружием. Да нет, этот шлак не нужен. И этот. Ну ладно, этот ножик оставлю. Тут просто аппаратура получается навалена, то есть нельзя с ней ничего свинтить. Вот это, конечно, вариант стоит. Давайте чуть оттянемся вот сюда. Будем дверь скрывать и... А во время боя не могу дверь скрывать. Здесь я, по-моему, пропустил что-то. Пустые полки. Это типа склады, как хранение. Народ там при переезде еще куда-то. А, это просто дверь. Блин, я опять пытаюсь взломать открытую дверь. Есть какой-то ящик. Так, вот здесь мебель. Пустой. Химикалии. Трехколесный велосипед. И где были... А, вот они... То есть скрываем вот этот, он открытый, химикалии, вот этот, там уже видно будет.
А была бы Анита, она бы, наверное, в текушку их все открыла. Ага, ящик оказывается неосматриваемый. Нет, есть. Вот, блин, выживший приехал на машине. По-моему, зря его завалили. Хотя ни одного не видел выжившего, нормально к нам настроенного. Да, ящик с оружием. Держите меня, семеро. Химикалии нам нужны. Перехватил с трех ударов, не смог открыть. Ну и чё? Где? Как там? Горела ж химия, как ее открыть, взять? Та-дам! Это просто памятник. Это не латы. А я уже раскатал губу. Так, химия, это что такое? Бутылка кислоты. Сильная кислота, аккуратно набранная в стеклянную бутылку, может использоваться как импровизированное оружие. И таблетки. То есть это просто статуя. Здесь губа закатывается, закатывается, закончила закатываться. Чужие здесь не ходят. Диски, всякая шняга. Крейг, конечно, прикрыл на все деньги. Продолжаем. Раз уж
Чистить, так чистить. То что это за вооружение? Перцовый гапалончик и патрон для ружья один. Нам он зомби больше притащили. Шериф и то пришел в гости с тремя патронами. Рене молодец, матереет. Нет, не бери. Тетрадка. Цемент. Мотоциклы, ну это, видимо, смотреть можно. Я с них топливо, скорее всего, только возьму. Просто никчемный склад. Ну уже добью. Свечки, витамины, вино. Вина натащили. Сегодня в кишлаке будет маленький праздник. А, вот еще склады. Капец, бить не перебить. Цемент, нам вряд ли нужен цемент. Попало, но недостаточно. Сейчас хорошо. Пусть покачается. Зомби, по-моему, на меня плюнули уже. Ну, стучат и стучат, фиг с ними. А то что-то наша не возвращается оттуда. Которые уходят смотреть. Нет. Да, топливо про мотоцикл взять нельзя. Манекены, наборы для садовников, бытовая техника, промышленное оборудование. То есть вот эти два крайних можно открыть. Манекены ни к чему. По-моему, он все уже сейчас приедет. Этот бытовая техника там ничего не стоит. Нет, ящиков нет никаких.
ценного-то ничего и нет, оказывается. Приплыл. Рене, что можно скинуть? Доски, еду. Патроны ничего не весят. Так, 54. Вилла она еще потянет. И что-нибудь килограммовый ножик и сигареты. Ночная палка. Оригинально называли. Тоже на пределе. Чуть-чуть уже осталось, уже добью. Да, и никто не услышал. Она подбежала и укусила, еще и ударила. Так там вторая была коробка. Где-то она одна. Еще машинные гаражи, и вон сколько. Включаем телепатию, смотрим. Медицинское обязательно вскрываем первый. Первый, четвертый, последний, короче. Может, Регину подрядить? У нее кувалда вроде посильнее. Прям молотобойцы в этой серии. Книжки, блин. Опа-на. Так, 4 очка не успевает.
Ну где там? Капец, вот это в игре, конечно, оригинально они сделали. То есть зомби согрелся вот на него, он шумит. И мимо наших проходит, ни он на них не реагирует, ни они на него. Сеанс. Видение сквозь стены, коробки, инструменты, топливо. О, интересно. А, тут, наверное, еду можно взять. Не его с собой взять можно, а еду просто из него. Ладно. Завершим уже процесс. Да, вот это уже более-менее. Похоже на что-то. А вот это она жила вот здесь, которую убили. Вместо того, чтобы с собой взять. Журнал отвертка. Не вовремя промазала. Так, тут трактор с топливом, да? Там топливо. Телепат. Просто удивительно, что они его заметили. Да, вот она тут. Грибы, цветочки, лютики. Вот что было? Бой не устраивать. Лампа.
Это мораль, горячий соус. Кажется, где можно было зайти. И это все еще даже, то есть эта часть, это только склады. Я надеюсь, что с города уже... А нет, он стоит. Не все к нам бегали. На огонек не все к нам прибежали тогда. Туалетную бумагу буду брать, потому что засранцев в убежище их каждым днем все больше и больше. Здесь хранилище. Все. Набрался уже. Так, мы на сколько есть? 3 килограмма. Винище 9. Здесь тут сейчас вооруженный будет. Так, джем и майонез. Эх, на борт не получается майонез. А, 0,7 почему-то стало, только что было. Так, 4 банки майонеза, это нормально. Чего? Весит 12? А ценность 2? Серьезно, что ли? Ну, чипсы 0,5, 0,5. Как-то подозрительно. Я почему-то думал, майонез он питательный, там. Даже калорий немерено в нем. Что он недооценен в игре. Так, вот здесь кто-то стоял, вон он стоит, ну пусть стоит. А, еще один. Как обычный удар есть, а вон можно слэш.
Так, никто еще. Регина у меня должна быть по весу. Нет, тоже все под крышку. Еще на молоко, если вот этот. Два килограмма можно вернуть. Это будут стройматериалы. Кафешку тряханули. А, и все. Городок закончен. Тут один ресторан был на весь двор. Бонусов не поимели никаких экстраординарных. Ну все, рвем домой. Ну, то, что человека, правда, встретили на улице. Поговорим с ним, что он там за выживальщик. Будет туалеты драить у нас. Специальные вещи 4, еды 15 всего, еды, свежей еды 11, топливо, правда, нормально пронесли 6. Два антибиотика, один жесткий диск. Вообще сходили плохо. Мы в этот день просядем по морали. Раскидаюсь. Ну, правда, сейчас у меня уже накоплено много всяких вещей, которые им нужны. Дезодоранты, шоколад, виски, кофе. То есть, в крайнем случае-то я смогу их немножко так подбадривать. Но все равно как-то ситуация нехорошая. Раскидаюсь я уже в следующей серии. Поговорю с Тором. Строим тоже. И надо думать, что делать дальше. То есть надо прочитать внимательно все, что нужно сделать в списке дел для убежища. То есть там должны быть разговоры еще с кем-то. Надо искать ключевые места, которые будут уже двигать. А то мы ходим, таскаем, и каждый раз все меньше и меньше. А вам спасибо за внимание. Всего хорошего, удачи и пока.